Здравствуйте, мои дорогие зрители и подписчики канала. Сегодня в продолжении нашего кулинарного блога я вам покажу, как нужно приготовить стейки из свинины в аэрогриле. Вот аэрогриль. Соответственно, берем мясо. Мясо мы берем без каких-либо прожилок особо, без кости, самую мякоть. Нарезаем ее примерно плюс-минус сантиметра толщиной. Потом берем, значит, силиконовую кисточку, вот такую. Приготовим соус наш, так называемый, который состоит из столовой ложки масла сливочного, то есть, подсолнечного. Потом берем туда горчицу по вкусу и берем приправы, какие вам больше нравятся для шашлыка. Соль, перец. Все это перемешиваем тщательно и наносим кисточкой с двух сторон на само мясо. И отправляем мариноваться где-то, с полчаса. После того, как прошло полчаса, можно мясо ложить уже на решетку аэрогриля и готовить. Соответственно, берем мясо, ложим на решеточку аэрогриля. Вот таким образом. Вот. Берем сам аэрогриль. Ставим. С таким характерным звуком. Закрываем его. Ставим на 175 градусов, как вам видно. И ставим приблизительно на 25 минут. Время. Вот. Вот так он у нас начинает работать. 25 минут, вот. Все. Далее смотрим за мясом. Оно выглядит в самом аэрогриле вот так. Ну и посматриваем за ним. Ну, в принципе, оно готовится само. Покажу вам конечный результат через... Это время, которое пройдет от момента начала. Получились вот такие вот кусочки мяса. Подходит такое жарить в аэрогриле людям, которые хотели бы поесть что-то типа шашлыка или гриль мяса, но находятся дома, а не на природе. Так что это очень вкусно и полезно, кстати. Потому что это не жарится, а в аэрогриле готовится. Так что смотрите, делайте, оставляйте комментарии, как вам понравилось или нет, пробовали приготовить так же или нет. Ждите следующее видео. Всем пока! Кстати, вот видно, как мясо прожарилось. В принципе, полностью прожарилось классно. Не сырое и не сгорело. Вот так оно выглядит. Надеюсь, вам понравилось видео.